Всем привет, друзья, на канале Русский Фэмили. По просьбе подписчика смотрим Джижу «Сияние неба невинно глазами». Это клип. Но перед тем, как вы смотреть, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, ставьте свой комментарий и жмите колокольчик. Ну, мое отношение к Джизусу, кто хочет узнать, посмотрите, у меня на канале есть Ван Гог. Это первая песня, которую я его послушал. А я это не слушал, давайте слушать. Да? Че, поехали, ребят? Let's go. Но это клип, мне нравится этот клип. У него линзы или такие у него голубые глаза, интересно? Себя хочет, да, наверное, поет о лишних своих каких-то переживаниях, да. Такой хороший клип, да. Давайте глянем текст. Мне интересно текст глянуть, потому что я не услышал многие слова. Он как будто их как бы глотал, да. Я слышал, что он из комнаты не хочу. Я бы, наверное, не знал их, сияние неба не узнал, в штях мне говорит. Я начинаю им петь, и мне платят. Плачу финал, давит российская водка. Но слышал, выхожу с ней, чтобы слышать свой голос. Словно поет для покойников. Ты это не мои сны, я поняла. А, да нет, не мои сны, поняла. А что такое Евтпатия? Интересно узнать. Честно, я не... сомнения, как бы сказать, сложно о Джизусе, да, потому что на такие треки многие со смыслом, да, Евтпатия. Это группа, что ли, какая, да? Ничего это. Честно, ребят, я не знаю. В общем, ничего не могу сказать вообще, вот честно, ничего о Джизусе не могу. Бывают такие исполнители, допустим, Мияги, да, там, о которых я могу, ну, что-то рассказать, да, там. Как бы рассказать свои впечатления, да, вот о Джизусе я не знаю, честно. Но мне такая музыка не заходит. Но может, когда-нибудь зайдет, да. Как бы под... он определенно под настроение. То есть, если у тебя позитивное настроение, лучше Джизуса не слушать. Хотя можно послушать, там, ничего не поняла, там, девочка в классе, да, его такие классные треки хитовые. А вот такие треки, я не знаю, блядь, я не небо не видно глазами, честно, не знаю.
Очень спорно все. Ну все, блин, камешки фэмили. В принципе, я свою мысль закончил. Честно, не знаю, что добавить. Поэтому не судите меня строго, да, укажите свои вкусы и предпочтения. Мы были камешки фэмили. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, ставьте комментарии. Всем удачного дня, удачного лета, ребят. Всем хорошего настроения. Всем пока.